технология производства резонаторов для Wi-Fi антенн. Здесь лежит весь инструмент, который необходим. Это резонатор, это шаблон, это не резонатор. То есть он сделан с погрешностью при произведении разметки, для того, чтобы иметь точные линии. Итак, получена разметка, по которой будет вырезан резонатор соответствующей формы, в соответствии с чертежами. Поэтому никаких измерительных инструментов у меня здесь нету. Если видно капли росы на резонаторе, это просто я их занес в тепло с мороза, влага сконденсировала, это все. То есть это никакого отношения не имеет к изготовлению. Главное очень точно произвести вырезание. Лучше чуть-чуть не дорезать, буквально самую малость. Съемка производится в реальном времени. Никаких задержек нету, то есть как изготавливается, так снимается.
видно чуть-чуть заусенцы. Легкое дорабатывание напильником, чтобы не было дефектов. Подобрал чуть-чуть угол со второй стороны. Вторая сторона. Тоже совсем. Все. Форма вырезана. Если проверишь рентген циркулем, все будет полностью совпадать. Снимаю заусенец со всех сторон. Каждое отверстие на этой деревяшке — это изготовленный новый резонатор. Поэтому она сделана была специально. Чуть-чуть не досверливаю. Отверстия еще нету. Шилом допрокалываю. Это для центральной жилы. Получается готовое место для пайки. Меняю насадку для изготовления большего отверстия в центральном под вот эту заклепку. Теперь расширяю. Пернышко. Под нужный мне размер. Можно сверлить сразу, но я почему-то выбрал именно эту технологию, меня она больше устраивает. Хочется подружиться. Ну вот и все. Вот и готовый резонатор.